Всех приветствую, друзья! С вами вновь Кимиев 1, и сегодня мы подробно разберем один из самых популярных танков этой игры танков Force, Т-72 Урал. Немножко понерфленный в свое время, но все равно остающийся одной из самых могучих единиц нашей игры. Напомню, что он находится в ветке развития России на 4 уровне. Прийти к нему можно только тоже с 4 уровня Т-62М. Ну и дальше тут будет Черный Орел и Т-14 Армата. Всем всегда нравился этот танк, все к нему стремились из-за его характеристик, которые вы сейчас видите в правой стороне. Вот поворот танка, скорость башни и так далее и тому подобное. Но мы все это рассмотрим, ребят, с вами в ангаре. По какой причине? По той причине, что я немного улучшил его за это время. И мы уже посмотрим, что у нас получается с улучшениями. Вот он, Т-72 Урал. Вот такой красочки, вот с таким камуфляжем. Разработчики, прошу вас, давайте сделайте более разнообразные камуфляжи и краски. Какую-то добавьте кастомизацию, я думаю, все будут не против. Ну, а мы перейдем к улучшениям и посмотрим, что он из себя представляет, ребят. Ну, начнем с того, что вот пушка. Пушка у нас сейчас из 15 вот этих улучшений улучшена на 4. И на данный момент она у нас стреляет, наносит урона простыми, не буду под калибр говорить, голду, просто теми патронами, которыми мы, снарядами точнее, которыми мы стреляем. На 1428, ребят, но это потрясающий момент, на самом деле потрясающий момент, полтораху выносить, то есть двух выстрелов, три косаря, а у нас на данный момент 4,5, то есть уже не так, как раньше, с двух, но с трех выстрелов мы можем себя подобного убить, да, совершенно верно, убить себе подобного. Дальше, что смотрим? Заряжающий у нас прокачан. Я старался его больше всего прокачать, потому что 8 было очень мало. Уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 9 улучшений из 15 мы сделали. Из 14, извиняюсь. И сейчас у нас перезарядка составляет 10,2. То есть каждые 10 секунд мы наносим урона примерно плюс-минус 1400, ребят. Ну, где-то 1300 выпадает, где-то вообще на самом деле 900 может выпасть. Но все-таки. Брони, давайте с вами посмотрим. Уже я сейчас тоже улучшил из 14 на 4. Еще можно улучшать на целых 10. И на данный момент она у нас составляет 4521. Потом мы вернемся к характеристикам танка. Там вы посмотрите нулевые. 4521. То есть сейчас на данный момент примерно 3 выстрела мы себе подобного можем. Можем перенести, ну а те, которые по 300-400 стреляют, сами считайте. Двигатель тоже немножко я улучшил на 4 из 14. Сейчас мы можем двигаться 54 километра в час на данный момент. Но это еще, знаете, не предел, потому что еще 10 улучшений нам предстоит. Ну и траки почти я не улучшил, к сожалению, но будем улучшать. Вот, кстати, сейчас мы ткнем, ребят, еще улучшим траки. На данный момент они составляют поворот танка 30 градусов в секунду. Сейчас вот еще на 0,1 улучшим через 21 секунду. И вот таким вот образом вот такой танк у нас получается. Мы с вами посмотрели еще раз пушку. На 1428, ребят, стреляет заряжающего, который 10,2. Сейчас там 21 секунда пройдет. Но заряжающего пока не могу. 30 тысяч у меня нет, к сожалению. Но я хочу его добить полностью. И потом уже заниматься самой пушкой. Вот. В общем, примерно понятно. Теперь идем в ангар, смотрим. Ничего нового. Такие же камуфляжи, ребят. Такие же рисунки. Снаряжение. Снаряжение вам еще раз покажу. Что на данный момент у меня ремонтный набор, который устраняет неполадки в двигателе поворотных и время становления 90 секунд. Дальше, естественно, огнетушитель. Без него никак вообще, ребят, потому что БМПшки нас будут разносить просто огнем этим, сжигать. И армированный сердечник повреждает заряжающий механизм на 40 секунд, 10 в течение 10 секунд, и время становления 60 секунд. То есть это очень тоже важно, иногда шарахнул по нему и по противнику, и он не может заряжать свой танк. Из боекомплекта, вы сами видите, я заряжаю только ББшки, не пользуюсь голдой, и оборудование, оно тоже стандартное, ребят, прочность улучшил плюсом, усиленный ремнабор, ну и орудийный досылатель, без него никуда. Вот такая у меня сборочка.
Сейчас еще раз сюда вот вернемся и посмотрим с вами. Смотрите, ребят, на данный момент Т-72 Урал. Я что сделал? Улучшил на 521. А 4000 было изначально, уже плюс 521. Прочность. Урон на 118 единиц был 1310, это в стоковом состоянии. О чем я вам говорил? Скорость движения была 50 км в час уже на 4. Выстрелов в минуту за 10 улучшений на 2,2, ребят. Было 8, я вам говорил. Ну и поворот танка на 0,2 на данный момент. Это вот с правой стороны белым. Это стоковые показатели. Чуть левее. Желтым это то, насколько я на данный момент увеличил. А вы вот буквально 30 секунд назад видели, сколько улучшений и на что у нас есть. Довольно-таки сильная боевая единица. Еще раз повторюсь, потрясающий танк. Мне он очень нравится. Ну и мы с вами сейчас давайте пойдемте в бой. В бой на этом танке. И попробуем пострелять. Сейчас какой бой получится, как обычно, ребят, тот мы с вами и увидим. Поехали. Ну вот, попали, ребят, на остров Возрождения. На остров Возрождения. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Так, 5 секунд до начала боя. Так, ну и поехали. Вот такая красочка, кстати, симпатичная. Что мне не понравилось? На днях играл. Пишите, ребят, свое мнение. По-моему, много лагов. Или у меня какая-то это проблема. Комп тянет, конечно, эту игру. Но по какой-то причине зависает во время боя. И просто все останавливается. Где-то несколько секунд проходит, а ты появляешься, тебя уже тут расстреляли. Такое бывает у вас или нет? Так, ну а здесь я поехал посередине. Не буду ничего придумывать. Сейчас вот постараюсь слева встать. Вот здесь вот, на это место. Чтобы с правой стороны была горочка. И оттуда отстреливать пытаться. Я так обычно всегда с этого респа делаю. Не хочу далеко ехать. Мне нужен дамаг. Надеюсь настрелять более-менее. Ну и быть первым полезным в своей команде. Сейчас выезжаю. Неправильно, балочка мне тут мешает. Балочка мешает. Так, вот он должен выйти. Он мне наносит на 1000, я ему вообще не наношу. Так получается. Обалденно вообще, ребят. Я уже выхватил жестко. Выхватил вот первый мой дамаг. Смотрите, далеко не 1500, 600. Сейчас будем смотреть, сколько мы выбиваем. Фраг у меня забрали. Эх, до этого лагануло, ребят. Часть пришлось аж кусочек вырезать, когда я вот назад двигался, потому что просто все зависло. Вот еще один танк. 684, ребят, урон. Так что 1500 уж давно не пахнет. Так, в бочину сейчас попробуем. 926. То есть опять за 1000 мы не можем никак выйти. Не туда, вы, может быть, конечно, стреляю. Так, ну и, по-моему, все. Трупик из него сделали. Сейчас помогу. Постараюсь вот немецкому другу своему. На натовском танке. Так, с этим тяжелым повоевать. 684, ребята. Много не вылетает, конечно. Так, еще один выстрел. 951. Ну вот за два выстрела полторашку мы сделали. Ну сейчас я его доберу, конечно. У него шансов уже нет. Но у меня ХП ровно половина. Тут сейчас я пытаюсь проехать к базе, помочь нашему сопернику, точнее союзнику, совладать с соперником. Тут же смотрю на мини-карту. Надеюсь, что нашу базу не бросят, потому что там есть противник. Так, сейчас я вот здесь вот должен его увидеть, в эту щелочку, и нанести дамаг. Да. 667, ребят. По идее, его должен был сейчас забрать. Но если бы полтораха улетела. Вот так вот, без засвета, из инвиза. Передо мной появился танк, я его не увидел, он меня увидел. Так, в бочину на 988. То есть, ребят, еще ни разу за бой у меня не выпало. Сейчас фраг сделаю. Больше 1000. Это печалька, это дикая печалька. Но ничего страшного, все равно он грозная боевая единица. Этот танк Урал, он мне очень нравится, буду его качать. Пишите свое мнение об этом танке. Так, а вот здесь вот еще разочек ему сейчас нанесу. Урон в башню на почти 700. Неплохо. Тут мне союзничек приехал. Сейчас буду ему помогать. В бочину почти на 1000. Но заметьте, больше 1000 ни разу у меня не было. Сейчас сделаю фражочек, я думаю. Ага, вот. Тут все у меня зависло, ребят. Опять кусочек вырезал. Ну и вот победа. Вот такой вот бой получился. Судорожный с тем, что у меня 4 раза лагало, что-то зависало. Что получилось, сейчас посмотрим. Не понравился бой. Разработчики, убирайте эти лаги. Ну, первый по дамагу. 1500 нанес урона. Так, 4 фрага. Вот такой вот бой. Пишите свое мнение об Урале, ребят. Это потрясающий танк, мое мнение. Надо его качать.
Может быть, у вас какие-то модули, насколько он прокачан. Пишите. А с вами был, ребят, Kimi F1. Всем пока-пока и до скорых встреч.